Всем привет, с вами Прия. Сегодня вскроем сундучки, ПВЕшный, ПВПшный, Монки, ДК и Войны. Поговорим о модификаторах и вообще предстоящей неделе и всем том, что происходит в ближайшее время. Начнем же. Итак, штанишки 380, окей, ладно, плюс 75 голды, вполне неплохо. Модификаторы кровавый, мучительный и укрепленный. Собственно, кровавые — это самые обычные void зоны под мобами, которые разливаются при их смерти. Выводим мобов, ничего сложного. Мучительный — это стаки на игроках, у которых ниже 90% хп, на работу для хила. Но укрепленные, усиленные по хп и атаке ламбы. Так, что я еще хотел рассказать интересного такого? А, ну да. Что вообще происходит? Задний фон сменился. Я думаю, это абсолютно все заметили. Причина проста. В текущий момент нахожусь в Питере. Очень чудесные звуки на самом деле. Вот. Поселился в новостройке у одного очень хорошего человека, собственно. Говорить, кто это, я не буду, оставлю все анонимно. Сегодня уже вылет обратно в Москву. На самом деле это весьма неожиданно, весьма спонтанно получилось, что я приехал в Питер, но в принципе я доволен. Фоточки различные в Инстаграме есть, а ссылочка на Инстаграм и абсолютно все другие ресурсы, как всегда, есть в описании. Собственно, там вы можете увидеть различные и фоточки, и сувениры различные, и анонсы, и вообще там все, что угодно абсолютно есть. Все, что душе угодно. Так вот, так как это новостройка, тут постоянно кто-либо что-либо сверлит. Так что то, что вы там живете в обычных домах, у вас чуть-чуть посверлят и прекратят, это еще нормально. А тут это, в принципе, ну, нормальное состояние. То есть люди заезжают в новые дома и делают все то, что им нужно. Почему бы и нет? Нужно относиться с пониманием. Последний сундук на бойне. Быть может, что-то классное упадет. Не знаю, на самом деле вероятность крайне мала, но все же. Итем левел у него не особо высокий, в принципе, любая вещица будет для него улучшением. Почти. Что же это? О! Ну ничего себе! 395-е кольцо. Это хорошее улучшение на самом деле, просто бомбезное на самом деле. Ну, зачарю и надену. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Быть может, если какая-то интересная игровая новость будет, я сделаю видосик об этом со своего ноутбука, да, вместе с которым я путешествую. А если уж нет, то тогда следующее вскрытие сундуков будет не 16, а 17 числа с домашнего ПК, так как 17 я уже прилечу обратно домой. До скорого!